До вечера. Люблю тебя. Аркадий Петрович, привет. Скажи, ждем на праздник. Обязательно. Здравствуйте. Здравствуйте. Все хорошо? Да, милый, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ника Николаевна, здравствуйте. А я, смотрите, уже прыгать могу. Ты что? Тебе рано прыгать. Да какая разница? Уже почти все прошло. Еще недельку к вам похожу и на тренировки. Молодец, Вань. Ника Николаевна, подождите, пожалуйста. Девочка, 15 лет, упала, сбросив на тренировке. Сказали, если вы не поможете, никто не поможет. Да, конечно, записывайтесь, приходите. У вас на 3 месяца вперед все забито. А врач сказал, если сейчас реабилитацию не начнем, то на всю жизнь в инвалидной коляске. Ника Николаевна, вы же сама бывшая гимнастка. Вы же знаете, что такое травмы. Помогите нам. Давайте так. Я вам дам свой номер телефона. Вы мне позвоните, и найду окошко в ближайшее время. И приглашу вас. Да? Хорошо? А вот плакать – последнее дело. Если врачи сказали, что реабилитация поможет, значит, поможет, не сомневайтесь, мы шанс не упустим. И дочке передайте, чтобы готовилась. Работать буду серьезно, спуску не дам. А? Я могу и сам. Я просто помогаю, Вадь. А я просто не хочу, чтобы ты мне помогала. Хотя бы ложку донести до рта я еще могу. Хорошо, дорогой. Больше не буду. Вот, держи. Какие планы на сегодня? Нет, 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 не может быть. Черт, черт! Что случилось? У Омеги Хэлла отобрали лицензию. Все их заключения могут признать недействительными. Суд через 2 дня. Я в курсе. Так, Элла, знакомая сестры врача, которая у тебя рак диагностировала. Она нам все сделает. Тем более, надо только подпись под исследованиями поставить. Последовательность упражнений вы знаете? Повторяйте минимум 2 раза в день. Да? Да. Да? Да. Все. Хорошо. Жду вас через неделю. Спасибо вам большое. Придем, конечно. Маш, там анализы мои не пришли? Да. Вот. Ника Николаевна, с вами все в порядке? Со мной все отлично. О, привет. Там к тебе парень после аварии прийти должен был. А он уже был с утра. Там что-то не так, я отправила на доследование. Ага. Скажи, у нас аппарат МРТ починили? И МРТ починили, и окна на 2-м этаже новые поставили. Хочешь посмотреть? Нет, спасибо. Угловой кабинет. 3 окна. Лучше для тренера-реабилитолога не придумаешь. Каждый день подниматься на 2-й этаж? Спасибо, без меня. Понятно. Почти 15 лет уже прошло. И что, до сих пор высоты боишься, да? Слушай, а давай я тебя к психологу запишу, а? Ну, а еще лучше, давай его наймем сюда. Ну а что, центру нужен штатный психолог. Заодно и с тобой поработает. Так, я вот сейчас возьму и банкет в твою честь на 2-й этаж перенесу, а? Что тогда сделаешь? Если с тебя снимают инвалидность, тогда и начинай жить как нормальный человек. Маш, ну когда уже ламинат привезут? Понятно. А нельзя обед с мэром на 3 перенести? Аркадий Петрович, вы в 12 едете смотреть новый Ледовый дворец. К 3 вы никак не успеете. Ну чего там смотреть? Стройка пока одна. Ну, журналисты будут, потом пресс-конференция. Но не могу я, сам пойми. Универский праздник, инвалидность снимает. Она 15 лет к этому шла. Ну как я могу не пойти? Так, хорошо. Я попробую передоговориться с журналистами. Ну, они вам плотный график выстроили. Не каждый день у себя замглавы области по спорту принимает. Паш, вот и постарайся. Я в тебя всегда верил. Выполняйте, пожалуйста, все рекомендации. Следующий прием через неделю. Спасибо, до свидания. Всего доброго. Да, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Мне сказали, что вы сможете нам помочь. Послезавтра суд по опекунству по недееспособности. А клиника, в которой мы наблюдались, у нее лицензию отобрали. А какой диагноз? Онкология, прогрессирующая атрофия мышц. Все исследования, все анализы, все есть, нужна только подпись. Ну, приезжайте завтра на прием, на месте разберемся. Да, и все заключения и результаты анализов на почту клиники, пожалуйста. Я заранее ознакомлюсь. Спасибо, до встречи. Ну вот, завтра в 5. Что? Съездим, выслушаем историю о том, что без свежих анализов они ни по чем не подпишутся. Ты пессимист. Анжелик, ты сама устроила эту историю с опекой. Нет, ты, конечно, права. Мы не знаем, когда я соображать перестану. Но можно мне как-то лишний раз по этим врачам не таскать? Дай им денег, чтобы меня не трогали. Тише, тише, тише. Ну, правда. Не кипятись. Нервы надо беречь, даже в твоем случае. Так, держи. А вдруг это окажется прекрасная доктор, которая бумаги подпишет и новое лечение предложит? Ты сама в это веришь? Но бумаги она подпишет. Я выхожу, говорю, поздравляю, ваша дочь сделала сальто с поворотом. Она мне одинарная. Как тебе повезло, что моя мама в тренировке не лезла. Моя мама была удивительной женщиной, царство небесное. Зато вот мой папа в твоей тренировке лез. Да, кстати, я к нему завтра на пару дней уезжаю, если ты не против, конечно. Что-то случилось? Да нет, все как обычно. Надо помочь детей в секцию отобрать. Там у них заявок больше 1000, тонут. И что, будет выходные отбирать? Ты забыла? Спорт не знает выходных. Но ты к понедельнику вернешься. Ты помнишь, что у меня в праздник все-таки? Это должна была быть вечеринка-сюрприз. Вот и пусть будет сюрприз. Угу. Только торт не покупай. Я уже заказала. Слушай, ну раз мы уже собрались праздновать то, что я уже совсем здорова, может, мы наконец детей заведем? Ну, казалось, мы и так пытаемся. Я про ЭКО. Анализы пришли, я здорова. Ну, в смысле, я могу делать ЭКО. Ну, то есть долго ты в здорово ходить не собираешься? Спорт тебя не добил, так теперь будем пытаться с помощью гормонов организм угробить? Это новое поколение препаратов. Они не такие вредные. Ника, ну ты же училась на врача, ты же знаешь, не бывает безопасных лекарств. К тому же я могу себе представить, сколько эти новые препараты стоят. Не так дорого, я узнавала. К тому же, если мы возьмем кредит… Ну какой кредит? Я уже сколько лет частными тренировками перебиваюсь. Да и у тебя зарплата, прям скажем, не фантастическая. Хорошо, а если по госпрограмме? Там вообще бесплатно. И как кто тебе по госпрограмме новые дорогие препараты даст? К тому же нам госпрограмма не светит. Мы с тобой проверялись, у нас все нормально. Что у тебя в карте написано? Психологическое бесплодие. Ну вот, головой своей занимайся. Как там сказали, как только расхочешь, все будет. Я не могу. Эй, эй. Ну что сейчас расплакать-то, а? Эй, ты у меня часом не беременна? А? Тебе врач какой-то что-то там на травках прописал? М? Я пью. Ну вот, может быть, ты здесь плачешь, а в тебе уже завелся кто-то? Эй, признавайся, ты там? Когда тест будешь делать? Завтра. Ну вот и отлично. Что плакать-то? Не понимаю. Илюш, я тебе чай в пакетиках с собой положу? Не надо никакого чая. Закрой уже сумку. Я сумку в коридоре поставлю. Давай я тебе куртку поглажу. Не трогай куртку! Давай хотя бы отпаривателем пройдусь, она вся как будто… Оставь мои вещи в покое. Ты что со мной возишься, как с ребенком? Я что, в первый раз в командировку уезжаю? Что? Ничего. Не трогаю я твою куртку. Вообще, я чай пить иду. Пойдешь со мной? Сожмите. Еще раз. А пошевелить пальцами ноги можете? Если бы он мог, вы бы решения о недееспособности не добивались. Неделю назад еще мог. Мизинцем левой ноги. Сейчас нет. Оно прогрессирует. Говорите, травма была? А год назад упал на тренировке. Через дикие боли сделали МРТ. Нашли опухоль. Сделали операцию, опухоль удалили. Она оказалась злокачественной. Угу. Химию делали? А зачем? Мне к тому времени уже ноги отнялись. Химия только продлит агонию. А врачи не объясняли вам? Да объясняли. Все объяснили. Поэтому я сейчас просто сдаю анализы. Анжела взяла на себя разговоры с врачами, за что ей огромное спасибо. Тяжело все время плохие новости слышать. Тем более врачи несколько раз ошибались, не все препараты помогали. Сейчас вот миорелаксанты оставили, чтобы судороги исключить. То есть судороги были? Чего только не было. Полистайте, там все есть. Да я вижу. А инфекции все исключили. Ника Николаевна, пациенты к нам пришли не за консультацией. Им нужно заключение для суда. Заключение по этим исследованиям. А наши домыслы их сейчас не интересуют. И все-таки я бы посоветовала вам после суда прийти к нам. Мне кажется, не все так безнадежно. Тренеры, реабилитологи, большие оптимисты. А если нам повторный МРТ сделать? Если это агрессивный рак, тогда почему он все еще жив? К тому же я не видела среди документов снимка с метастазами. А вдруг диагноз неверный? Ника, остановись. Это даже не наш пациент. Вот я и говорю, их надо убедить. Ты видела, он просто сдался. Слышала, за него жена по врачам ходит, а он анализы сдает. Сложи лапки, готов тонуть. Ник, не все такие, как ты. Но ведь если им помочь… Ты можешь сколько угодно подбрасывать кота вверх, но он от этого летать не научится. Это в твоей природе бороться до последнего. Хорошо, я поняла. Кстати, по поводу бороться. Ты не могла бы мне денег занять? Да, конечно. Сколько? 500 000. Ого! Машину решили поменять? Я хочу ЭКО сделать. Ника, ты что, с ума сошла? Ну, ты сказала, я сдаваться не умею. Ты же понимаешь, что невозможно вырастить 30 яйцеклеток без последствий. Я тебя уже один раз поднимала на ноги. Но если ты сама жить не хочешь, прости, я бессильна. Денег не дашь. Так, давай мы с тобой об этом поговорим, когда я вернусь. Ну, может, сама передумаешь. А сейчас все, прости. Мне не звонить, не писать. Мне законные выходные. С этим? Что он тебе говорит? Он когда жену оставит? Все, пока. Элла, такая умная, такая красивая. Давай тебе нормального мужика найдем. Увидимся в понедельник. Элла, неженатого. До встречи. Алло, Ник, ты чего? 2 часа ночи. Тест отрицательный. Опять? Я не беременна. Илюш, а если у нас вообще не будет детей? Ника, не будут. Мы пойдем к психологу, мы что-нибудь придумаем. Только давай не сейчас, мне вставать в 6. Да, прости. Прости, пожалуйста, я люблю тебя. Я тебя тоже. Тест на беременность показал не то, что она хотела. Мне посочувствовать? Ну, смотря в чем это будет выражаться. А если мой тест на беременность окажется положительным? Сплю. Только этих проблем мне сейчас не хватало. Ну, давай, продолжай. Ты остановилась на самом интересном. Алексей Львович, здравствуйте. Как я рада вас слышать. Взаимно, Никушка, взаимно. Как ваше здоровье? Все хорошо. С тех пор, как вы меня подчинили, только лучше и лучше. На днях, кстати, с меня инвалидность сняли. Ну вот, замечательно. А я, знаете, вот хотел на чай к вам напроситься. Краснохолмское медучилище просило лекцию у них почитать, так что завтра буду в ваших краях. Ну, надеюсь, вы мне выделите время на недельке? Хочу своими глазами увидеть, как бегает моя девочка, которую весь институт считал безнадежно лежачей. Алексей Львович, приходите, как сможете. Вы даже не представляете, как я буду вам рада. Непременно зайду. Спасибо. Спасибо, Никушка. Спасибо. До свидания. До свидания. Реабилитационный центр «Крылья вверх». Чем могу помочь? Мне нужна врач Элла. Фамилию не помню. Ее нет и до завтра не будет. Тогда другая у вас есть врач, точнее тренер. Тренер-реабилитолог. Ника Николаевна. Да, Ника. Я могу с ней поговорить? Это я. Прекрасно. Из-за вашей конторы суд у меня документы не принимает. Трудно было вчера все печати и подписи проверить. Подождите, мы вроде везде расписались. Я что, вру по-вашему? Я буду. Скоро. Жду. Ты слишком сильно сжимаешь мою руку. Ты что-то чувствуешь? Левой пока да. Извини. Где они кофе берут? Вероятно, где-то там, за поворотом. Сейчас приду. Давай, в общем, так, ты, в общем, заходишь в передачу, да, и все это объяснишь сам. Успела? Вполне. Давайте, что подписать? Все здесь. Тут один, без жены? Разве я похож на человека, который ходит по судам в одиночку? Ну, а почему нет? Коляска же у вас самоходная. Потому что никто не может предсказать тот момент, когда я не смогу нажать кнопку на пульте. Или просто перестану дышать. Знаете, у меня был перелом позвоночника. Врачи считали, что я всю жизнь парализованная лежать буду. Как видите, они ошиблись. А вы слишком рано перестали верить. Верить во что? В себя. Ой, только не надо мне рассказывать, потому что нужно чуть-чуть постараться. Я не сказала, что чуть-чуть. Моя болезнь не предполагает усилия над собой. Рак спинного мозга. А если диагноз неверный? Ну, не может быть. Мы все-таки пришли. Да, я все сделала. Смотрю, гораздо больше, чем нужно. Я считаю, ему нужно назначить дополнительное обследование. Как минимум, мы можем попытаться назначить другое лечение. Значит, мы к вам приедем на следующей неделе. Да, Вадим? Я вас провожу. Все, спасибо большое, что пришли. До свидания. Вы же не придете на следующей неделе? Вы рано сдаетесь. У меня была пациентка, которой 3 врачей онкологию ставили, а оказалась гематома. Мы просто устали. Это вы второй раз его в глаза видите, а я целый год с ним по врачам хожу, и ему только хуже. И те, кто наблюдают его не 2 дня, с нами согласны. Паллиативное лечение. Просто дать ему умереть? Просто дать ему уйти с достоинством. Все, извините, мне надо идти. Подождите. Приходите к нам в клинику завтра. Бесплатно. Ну а вдруг? Знаете, на улице Ленина есть косметологический центр. Самый лучший в городе. Так вот, завтра я туда пойду и буду думать, наконец-то, о себе. Потому что целый год я даже маникюр на дому делала. Я заслужила время на себя, ясно вам? Алло. Алексей Львович, здравствуйте. Васикушка. Я вам документ скинула по одному пациенту. Да, там заключение. Можете, пожалуйста, посмотреть? Как время будет? Да, поймал. Я, кстати, сейчас и посмотрю. Ой, это не то, чтобы очень срочно. Ну, Никушка, вы же меня по пустякам-то никогда не беспокоите. Что тут у нас? Анализы. Угу. Интересно. Очень интересно. А вы знаете, я бы его посмотрел. Кого? Самого пациента? Угу. Ну, он же существует. Конечно. Что, он против моего осмотра? Нет, ну что вы, он будет счастлив, если вы сможете его посмотреть. Когда? Когда? Давайте завтра. Завтра? Да. Ну, с утра лекция, а потом к вам. Или это неудобно? Нет, все очень удобно. Спасибо, Алексей Львович. Тогда завтра в 3 он будет вас очень ждать. Спасибо большое. До свидания. Все, до завтра. Фух. Могу вам чем-то помочь? Здравствуйте, да. Я бы хотела узнать про время. А вы к нам записаны? А, нет, не я, а моя подруга на завтра, Анжела Лабутина. Вы можете сказать, когда она к вам придет? Ну, это конфиденциальная информация. А, да, я понимаю. Дело в том, что мы готовим для Анжелы вечеринку-сюрприз, и нам нужно с друзьями подготовиться. А мы даже не знаем, когда она к вам придет. Ну, к сожалению, не могу вам помочь, извините. А можете тогда сказать, сколько примерно по времени она у вас пробудет? Успеем мы шарики надуть, торт порезать? Ну, только все очень быстро. Процедура, так скажем, не слишком масштабная. А какая процедура у вас дольше всего длится? Часа 2-3? Ну, медовый массаж с обертыванием 2,5 часа, но… Отлично. Можете ее, пожалуйста, записать вот на этот медовый массаж сразу после того, на что она у вас записана? Ну, в принципе, матери это время свободен, но Анжелика может не согласиться. А давайте так. Я сейчас оплачу массаж, а вы скажете, что это подарок от заведения. Ну, например, что она 100-й клиент или комплимент от массажиста. Хорошо? Так, значит, у Лабутиной 2 часа пилинг лица, а с 3 до 5:30 медовый массаж. Верно? Значит, в 2. Спасибо. Господи, ну почему мы не можем так в Краснохолмске гулять? Это же риторический вопрос, да? А я до сих пор помню, как мы познакомились. Это было у вас дома. Мы в гости с родителями пришли. Помнишь? Я-то помню. А ты-то почему помнишь? Тебе тогда сколько? Лет 7 было? Ну, вообще-то 8. А тебе 12. Я сразу в тебя влюбилась. Сразу наябедничала родителям, что я по гаражам прыгал. Ну, если бы ты взял меня с собой, я бы не ябедничала. А с тех пор я, получается, везде тебя с собой таскаю. Краснохолмск со мной поехала. Но я же не думала, что ты такой верный муж. Думала, поставишь ее на ноги и до свидания. Так, разговор уходит не в ту степь. Давай-ка, знаешь что? Давай-ка я тебе подарок подарю в честь годовщины наших отношений. Какой подарок? Я думала, вот это все и есть подарок. Ну, ты меня недооцениваешь. Спасибо. Сколько можно смотреть? Развалится там все, если оторвешься. Телефон мой не видел? На диване. Точно. Так, если что, звони Артуру. Ушла, вернусь красивой. Всегда красивая. Правильный ответ. Давай. Да. Вадим, здравствуйте. Это Ника из центра «Крылья вверх». Здравствуйте, Ника. А нам только что позвонили из суда, попросили приложить к документам результаты ЭКГ. Вы не могли бы сейчас подъехать в центр? А разве в папке не было? Мне кажется, нет. Но в любом случае нам потребуется свежий результат. Я понимаю, это формальность, но, может быть, вам не сложно было бы подъехать. Это займет буквально 15 минут. Но нужно прямо сейчас. Хорошо, сейчас приеду. Да? Артур, надо съездить в клинику. Когда? Прямо сейчас. Хорошо. Рад видеть вас в хорошем настроении. Алексей Львович. Все хорошо, эти барышни. А ничего, что я пораньше приехал? Просто хотел вас проспросить о вашем житье-бытие. Ну, это просто отлично. Мы сейчас с вами чай будем пить. Очень хорошо. Вы шоколадные конфеты по-прежнему любите? Да как же их разлюбишь-то? Так хорошо здесь было. Может, останемся здесь еще на денечек, а? Ну, всего на один. Да, пап, привет. Как дела? Привет. Нормально. Завтра повидаемся. Серьезно? Завтра будешь в Краснохолмске? По делам или просто? К жене твоей на праздник еду. Думал, я забыл. Ну так праздник сегодня. В смысле? Как сегодня? А я думал, завтра. Я и подарок уже купил. Пап, да не надо никаких подарков. Все же есть. Ну? Подарки не только получать, но и дарить полезно. Слушай, пап, а ты тогда вместо подарка можешь оплатить еще один протокол ЭКО, а? Так вы вроде недавно делали. Ну так Ника хочет сразу следующий пойти. Она говорит, что теперь непременно получится. Как только ты деньги приведешь, мы сразу в клинику пойдем. Она говорит, у нее предчувствие. Пожалел бы ты жену, сынок. Ей и так вон сколько досталось. Я ей говорю, подожди, она плачет. Что я могу поделать? Вот честно, Ник, все в порядке, все нормально, совсем ничего не беспокоит. Если что-то не так, на кафедре вы любимый гость. Вы же понимаете, полное обследование, все анализы. Алексей Львович, а вы мне репродуктолога не посоветуете? Фух. Напугала. Дети, что ли, не получаются? Ну, какие ваши годы? Готово. А муж анализы сдавал? Сдавали, мы оба сдавали. Все в порядке. Ставят психологическое бесплодие. Ну так сходите к психологу. Ну хватит уже свой организм таблетками-то лечить. Одни мы, сколько ваш организм травили, а вот к психологам, я полагаю, очень полезно будет вам обратиться. Может быть, они заодно что-нибудь там со страхом высоты сделают. Ну сколько уж мучаетесь, ну? 14 лет. Здравствуйте. Здравствуйте. Надеюсь, ЭКГ у вас на первом этаже? На второй, как вы понимаете, я не заберусь. А лифта тут не видел. Алексей Львович, это Вадим. Анализы и снимки, которые вы видели. Вадим, это профессор, который меня на ноги поднял. Вам, молодой человек, ЭКГ не понадобится. Как я полагаю, проблемы ваши лежат совсем в иной области. Не понял. Вы мне сказали, что для суда нужно свежее ЭКГ. Вы что, собрали? Ну что, не знал о консультации? Итак, мяч снова у капитана команды Савельева. Он передает пас, и Иванов бежит в сторону ворот. Защитники меня это раздражает. Хорошо бы отдать мяч, но рядом никого нет. Иванов решает, я думала, в нашу годовщину ты уйдешь от нее. Ну, колечко тоже неплохой подарок, да? Ну, а как же врачебная этика? Ну? Артур, забери меня. Да, прямо сейчас. Ясно. Анжела, приедь за мной сейчас же. Я говорил, с врачами нужно завязывать. Эта сумасшедшая заставила меня приехать в этот центр. Как вам? Крылья вверх. Крылья вверх. Артур уехал в сервис. Мне нужно домой, сейчас же. Я тебя очень жду. Скоро приедет? Не знаю. Там был автоответчик. Мы ее ждем, и пока вы еще здесь, и профессор с мировым именем тоже здесь, разрешите, мы проведем осмотр. Комета Сергея Пальчикова. Да вы посмотрите, он сам как комета. С какой легкостью мы так врежемся. Ты можешь дома досмотреть? Что? А, нет, нет, сейчас. Потрясающий удар! Давайте посмотрим повтор. Алло, алло, я добавляю. Да, удваиваю. Нет, утраиваю. Да, давай, запиши. А? Да, нельзя, нельзя оставлять такого... Ты что, снова играешь на тотализаторе? Я? С чего ты взяла? Дорогая, чтобы на нем серьезно играть, нужны деньги. Если бы у меня были деньги. После того, как футбольный клуб «Комета» подписал главную звезду отечественного футбола Александра Доронина, команда не проиграла. Сожмите мою руку. Сильно, как только можете. Это максимум. Вы обследовались в швейцарской клинике. А почему я не вижу результатов биопсии? Не знаю. Все должно быть. Да там ничего нового. Как под копирку. Только деньги зря потратили. Ну, в таком случае, боюсь, что мне нечем вас обрадовать. Ну да, картина смазанная, но все симптомы соответствуют. Рак спинного мозга. Ну, а если забрать его к вам в институт, провести дополнительные исследования? Ну, исследование уже проведено. И, на мой взгляд, достаточно исчерпывающе. Но мне просто нечего добавить. Спасибо за честность. Если бы это действительно был рак, он бы развивался стремительнее. Никушка, ну, каждый организм по-своему живет с этой болезнью. Ну, потом пациент, может быть, как-то лечился альтернативно. Анжела показывала мои анализы какому-то специалисту по альтернативной медицине. Ну, вот видите. Это могло замедлить течение болезни. С вашего позволения, я откланяюсь. Встреча с деканом медучилища. Спасибо. Приятно было повидаться. Что это за таблетки? Один врач из Германии прописал. Противосудорожная. У вас часто судороги? Нет, один раз, но не хватило. Врачи говорят, это из-за того, что у меня периферийные нервы поражены. Ну, ничего. С таблетками больше не повторялось. Простите меня. Самое ужасное, знаете что? Я даже не могу уйти и дверью хлопнуть. Не для этого помощники нужны. Она скоро придет. До конца матча осталось меньше минуты, а значит, восход может перейти на оборонительную тактику. Итак, игроки возвращаются на поле. Ну все, давай. Отличные были выходные. Слушай, я хочу тебе кое-что сказать. Точнее, я должна сказать. Элка, ты можешь побыстрее? Мне ехать надо. Ладно. Ничего, потом. Точно? Точно. Давай. Ну! Удар и гол! Да что? Тройёшь! Срезает победу для восхода, а комета открывает свою череду без... Пап, привет еще раз. Слушай, ты мне деньги вышлешь сегодня, да? Мне в клинику записываться завтра? Я подам в суд на вас и ваше убогое заведение! Вы же похитили человека! Вы похитили инвалида! Мы просто хотели… Да мне плевать, что вы хотели! Я прямо с массажного стола слезла! Я выиграла медовый массаж, и вы мне все испоганили! Весь мой день! Я это так не оставлю. Ждите последствий! Препарат, как правило, идиопатическая невралгия тройничного нерва, повреждение центральной нервной системы. Показания: рассеянный склероз в комбинации с другими противосудорожными средствами, так, побочные эффекты, частичное или полное поражение центральной нервной системы. Аркадий Петрович, здравствуйте. Здравствуй, Никушка. Вот звоню покаяться. Не успеваю я сегодня на твое празднование. Аркадий Петрович, так праздник же завтра. А я думал, сегодня. Ну, не могу же я без мужа своего праздновать. А он разве не с вами? Ну, конечно, со мной. Ну, что же это я. Завтра приедем вместе. Жди. А сама-то как? Да, у меня все отлично. Я очень рада, что завтра вас увижу. Ну, до встречи. Дмитрий Иванович, можешь ты не в службу, а в дружбу воспользоваться служебным положением? Пробей там, куда мой сын на выходные мотался. Да, номера сейчас пришлю. О, ты как раз вовремя. Картошка с белыми грибочками почти готова. Давай, руки мой. Скучала? А я вот скучал. Правда, там весело было. Дети талантливые пошли, не знаешь, как и отбирать. В 5 лет уже на шпагатах сидят и сальто крутят. Ну, на земле, но все-таки. Представляешь, какой уровень? В наше время так не было, да? Илья, ты ведь врешь. Ты все врешь. Ты про то, что сальто делали? Ты где был 2 дня? Аркадий Петрович звонил. Ты не ездил к нему? Не было никакого отбора, никаких детей не было. Ты где был 2 дня? Слушай, подожди. Это не значит, что я тебе врал. Да? А что это значит? Что я был в командировке, просто не там, не у отца. Я к Петрухину ездил. Это он просил с отбором помочь. Так он же гад. Он как предал тогда. Место в спортивной школе отжал. Вот, я же знал, что тебе не понравится, поэтому и врал. Так можно было просто не ездить. Ник, я же почти безработный. Мне сейчас нельзя отказываться от денег. К тому же он оплатит мне эти 2 дня. Он обещал. Даже если обещал оплатить. Он предлагал мне вторым тренером у него остаться. Но я отказался. Не могу же я тебя здесь одну бросить. Хотя я пока у тебя на шее вишу. Илюш, ну ты ведь размениваешься. Ты у меня такой прекрасный тренер. Тебе школу нужно свою открывать. Мы пока потерпим. К тому же не такая маленькая у меня зарплата. Ну? Слушай, там футбол начался. Я пойду посмотрю. Ты тогда тарелку оставь, я вымою. Элла, это я. Привет. Ничего, что поздно? Привет. Только не говори, что ты по работе. Нет, не по работе, не совсем. Помнишь, пациент Вадим? Заключение для суда. Конечно, помню. Я тебе описание препарата прислала, который он пьет. Ну? Вот скажи, если у него нет рассеянного склероза, онкологии, а он пьет эти лекарства, что будет? Быстро прогрессирующий паралич. Но у него есть эти диагнозы. А если нет? Лучше ему от этого препарата не становится. Но почему-то никто не предполагает, что именно от этого препарата ему становится хуже. Ник, мне кажется, нам не надо лезть в это дело. Мы понятия не имеем, почему он их принимает. Ты вообще уверена, что нам показали всю картину? Что он не ходит к гастроэнтерологу или к психиатру? Все, Ник, ложись лучше спать. У тебя завтра большой день. Ну да. Да, извини. Спокойной ночи. Мила, я тебе воду принесла, таблетки запить. Заканчивался. Надо в аптеку съездить. Слушай, а ты веришь в силу мысли? Ну, что если есть четкая цель, то можно избавиться от любой болезни. Не знаю. Можно попробовать психолога пригласить. Я поверю в любое чудо, если оно тебе поможет. Доброй ночи. Спокойной ночи. Скажи, ты к нам сегодня в центр часам к 6 подъедешь? Разумеется, я не пропущу твою вечеринку. Тем более я за шарики отвечаю. Значит, нужно позвонить Аркадию Петровичу и сказать, что к 6. Он не приедет. Там какая-то путаница со временем произошла. Он думал, что вчера, а сегодня он уже не может. Наоборот, он вчера не мог, а сегодня он… Кого-то ждем? Сейчас узнаем. Картина Репина не ждали. Привет. Никушка. Доброе утро. Девочка моя. Пресс-конференцию отменили, так я сразу к вам. К мэру еще надо зайти, но это главное к вам. Вечером на праздник. Боже мой, запах-то какой. Ну, Никушка, у тебя даже яичница, как во французском ресторане. Это я готовил. Да ну, надо же. А для вас приготовлю я сосиски, сыр, никаких помидоров. Помнит. Ну что, сын, пока супруга твоя мне завтрак готовит, может, похвастаешься своими подопечными, что ли? Да какие подопечные, па? Так, пару учеников частным образом подтягиваю, чтобы их из спортшколы не выгнали. Ну, ты мне не похвастаешься. Видео есть? Да какое там видео, пап? Ну, пойдем, пойдем, не будем мешать. Слушай, мне и показать-то нечего. А мне есть что тебе показать. Откомментируешь? Да это я просто подвозил ее и все. В 40 километрах от дома. А Ника знает, кого ты и куда подвозил. Слушай, Том, что он хренов, Ника, это лучшее, что у тебя есть. Не смей обижать, слышишь? Знаю, что ты налево ходишь, я тебе... Аркадий Петрович, яичница готова. Хорошо, Никушка, идем. Усек. Да. Ну а план-то какие? Порвешь ты инвалидное удостоверение. Что делать-то будете? Ну как? Работать еще больше. Чтобы мои подопечные тоже могли с этим статусом попрощаться. А я думал, вы в отпуск куда-нибудь махнете. Ну, говорят, после ЭКО надо лежать и предаваться прекрасным мыслям. ЭКО? Пап, мы, наверное, поедем. Некий пациент через полчаса, а мы сидим. Я тебя на машине подброшу. Ну, чё ж ты сразу не сказал. Давайте собираться. Вечером увидимся. Прекрасно готовишь. Повезло, Илюхе. Ты соврал отцу, что мы делали ЭКО. Да. А ты могла бы и подыграть. Что? Он меня бомбит вопросами, когда у нас дети будут. У него идея фикс воспитать внука. Ты же и половину не знаешь, что мне от него выслушивать приходится. Я пытался ему объяснить, что твой организм еще не готов. Думаешь, он меня услышал? И ты не нашел ничего лучше, чем… Да, я решил наврать, что мы стараемся, очень стараемся. Даже ЭКО делаем. Теперь он, по крайней мере, не пристает с вопросами. Считай, что я спихнул всю ответственность на врачей. На несуществующих врачей. Ты мог бы хотя бы меня предупредить, я как… Зачем? Тебе было бы легче. Ты все равно бы мучилась, что мы врем. Малыш, иногда счастье в неведении. У какого гуру ты это вычитал? Сам дошел. Скажи, а можешь отвезти меня не в центр, а по этому адресу? Конечно, могу. А что там? Вроде коттеджный поселок. Там живет мой пациент. И давно ты к пациентам по домам ездишь? Первый раз. Попробуй опровергнуть твою теорию, что счастье в неведении. Тебе сюда, что ли? Получается, сюда. Все, пока. Вы кому? Здравствуйте, мне нужно поговорить с Вадимом и Анжелой. Секунду. Вадим Сергеевич, тут девушка пришла какая-то. Похоже на врачиху из медцентра, спрашивает вас с Анжелой. Пропустить? Анжела спит еще. Вот я и спрашиваю. Ладно, давай. Сам с ней поговорю. Понял. Проходите. Доброе утро. Возможно, доброе. Зачем приехали? Опять ЭКГ потребовалось? Я поняла, какие таблетки вы пьете. Здорово. Прочитали мою карту, решили мне об этом сообщить. Просто если диагноз неверный, эти таблетки вас убивают. Послушайте. 2 года назад у меня отнялись ноги. Онкологию поставили 1,5 года назад. С тех пор я прошел десятки исследований и анализов. Последний раз Анжела мне врача из Германии достала. Но ни у кого, ни у одного из этих людей нет для меня другой версии. Вы понимаете, нет? Послушайте же меня, если вам… Я вас вчера послушал. Второго шанса я людям не даю. Артур! Девушку проводи. На выход. Вам что, сложно самому перепроверить? Просто вбейте в поисковике ваш препарат и посмотрите на побочку. Я сам. Это вообще такая наглость. Явиться в чужой дом. Ни свет, ни заря. Было уже 10. Ну, я о том и говорю. Адвокат просит привести в суд врача, который давал заключение. Или что? Не поверят, что я безнадежный инвалид? По-моему, достаточно на меня взглянуть. Да, здравствуйте, Анжела. Элла, у нас ЧП. Сегодня в суде нужен врач, который давал заключение. Сможете приехать? Ой, у меня сегодня пациенты до вечера без перерыва. А давайте я вам Нику Николаевну отправлю. Она сегодня посвободнее вроде. Нет, нужны именно вы. Эллочка. Я вам заплачу. Очень хорошо заплачу. Вы только приезжайте, пожалуйста. Заседание в 2. Хорошо, в 2 буду. Ну вот. Она будет. Деньги правят миром. Маш, перенеси этих всех, обзвони на другой день, ладно? Там у моего пациента динамика положительно наметилась. Ты не могла бы его повторно посмотреть? Эл, все в порядке? Да. Анжела звонила, жена этого парализованного. Просит, чтобы я сегодня присутствовала в суде. Вот, марафет навожу. Нормально? Угу. Колечко красивое. Это да. Это мне мой на годовщину подарил. Мне, может, Илья сегодня тоже такой вечером подарит. Слушай, а возьми меня с собой. В суд? Зачем? У тебя же пациенты. А я отменю. Ну, вообще-то, они просили лично меня приехать. Ну, я правда не помешаю. Мне хочется посмотреть. Я никогда не видела, как врачи дают заключение в суде. К тому же я его тоже диагностировала. Может, смогу что-то добавить. Ладно. Поехали. Знал, где тебя искать. Не ошибся. Ты зачем здесь? Затем, что мы не договорили. Я так понимаю, что никакого ЭКО не было. Мы пытались. Мы пытаемся. Просто врачи говорят, что здоровье у Ники еще слабое. Нужно еще подождать. Дорогой сын, я содержал вас все время, пока Ника лежала, и ты за ней ухаживал. Я 5 лет высылал тебе деньги, потому что ты не мог найти работу. И теперь ты решил меня доить? Обещаниями ЭКО, да? Пап, ну что ты начинаешь, а? Она по психологам ходит, гомеопатам всяким. На прошлой неделе у травницы была. Ты вообще в курсе, сколько травницы дерут? Нет, ну не хочешь внуков, не посылай денег. Что я могу еще сказать? Да, я плохой муж. Да, я не могу обеспечить ей лечение. Я сам уже отчаялся, пап. Ну, я тебе обещаю, как только репродуктологи дадут добро, мы же деньги не все потратили. На ЭКО хватит. Ну, почти хватит. Если ты пошлешь еще немножко. Ну, наконец-то. Анжела! Слушай, я пойду кулер поищу, ладно? Здравствуйте, куда? Я на заседание. Проходите. Вадим, мы сейчас придем. Здравствуйте. Пойдемте к секретарю. Я на заседание суда. Угу. Опять вы? Нам надо поговорить. Я вам уже все сказал. А я вам нет. Вы принимаете слишком большую дозу лекарства, которое вам, возможно, не нужно. Плохая новость, оно разрушает вашу центральную нервную систему. Хорошая, этот препарат достаточно быстро выводится из организма. И если вы перестанете его пить, то вы достаточно быстро почувствуете улучшение. Выговорились? Да. Отлично. Заседание через 15 минут. Можете не провожать. Что вы делаете? Что происходит? И что творите? Покажите таблетки. Давайте. Давно их принимали? Утром. Вы с ума сошли? Я прошу вас пропустить дневной прием. Хотя бы дневной. Если мои расчеты верны, вы почувствуете улучшение. Так. Не их силой забрать? Будете драться с женщиной? Будете драться с инвалидом? Вы не инвалид. Вы просто пьете то, что вам пить категорически нельзя. Вы сумасшедшая. Именно. Я вам должна доказать, что я права. Проигрывать не умеете, да? Абсолютно. Я бы Олимпиаду выиграла, если бы не ошибка. Я спортивной гимнастикой с детства занималась. В зале больше, чем дома бывало. У меня получалось. Отлично получалось. Не с первого раза, конечно, но… Мне все говорили, что у меня очень спортивный характер. Областные, всероссийские, международные соревнования. А потом меня начали готовить к Олимпиаде. Это когда у тебя внутри загорается красная лампочка. Победа. Резче, Ника, резче! Победа любой ценой. Давай еще разок. В моем случае цена оказалась слишком высока. Я так и не победила. Сложный элемент на бревне. Устала, допустила грубую ошибку. Очнулась уже в больнице, парализованная. Врачи считали, что я не встану. Да, я читал. Пробивали меня через поисковик? По крайней мере, у вас сразу было понятно, что это перелом позвоночника. А я бы многое отдал, чтобы мне сказали, что со мной не так, чтобы не упустили время. Совсем немного. Я прошу вас просто отказаться от таблеток. Хотя бы на время. А вы уже паникуете. Отдайте таблетки. Я не могу дышать. А это уже паническая атака. Вот я про них все знаю. Рассказать? понимаю, где он. Просила же быть тут. Ну, может, они с Никой уже в зал заседания поднялись? С Никой? Ну да. Она со мной приехала, как ассистент. Звоните ей. Звоните, звоните. Абонент временно недоступен. Артур, нужна твоя помощь. Сейчас Анжела начнет звонить. Здоровье. В лифте связи нет. Все предусмотрели, а? Счастливое стечение обстоятельств. Ну вот мне все равно. Правда. Что в лифте сидеть, что дома за компьютером. Ничего не изменится. Прогрессирующий паралич известно, чем заканчивается. Вам это зачем? Вы думаете, что вы реалист? Разумеется. Я ученый. Правда? Расскажите. Зачем? Интересно. Все равно сидим. Сидим как раз из-за вас. Бросьте. Расскажите. Ну, я в науке, наверное, был тем же, что и вы в спорте. Окончил физтех с красным дипломом. Получил пару грантов на производство полупроводников в космической отрасли. Главная проблема была в том, чтобы наши полупроводники от космической радиации защитить. Сумасшедшие деньги на это уходили. На изобретение защиты. Ну, я и придумал полупроводник, которому не нужна защита. Потому что он сделан из такого сплава, которому радиация не страшна. Вам Нобелевскую премию за это не дали? Нет. Ну, зато появились деньги. Своя компания. Жена. Можно из нашей лампы попить, а то в горле пересохло. Ждете улучшений? Вот прямо здесь в лифте. А их нет. Может, все-таки врачи правы? Значит, сейчас где-то вокруг Земли летает ваш волшебный полупроводник? Берите выше. Или дальше. Схемы из моих полупроводников поставили на космический зонд. А он должен покинуть пределы галактики. Но? Но. Я заболел. Вы думаете, меня пугает, что я не могу ходить или вилку держать? Да я думать не могу. Вот что меня убивает. Мой интеллект умирает гораздо быстрее, чем я. Зонд сломался? Еще нет, не совсем. Батарея выходит из строя. Если быстро эту проблему не решить, то мы потеряем зонд. А следующий запустят неизвестно когда. Получается, что я в своей жизни не оставлю следа. Никакого. Если бы вы были спортсменом, я бы сказала, что вы плохо постарались. Извините. Там целая команда бьется. Я не про это, я про вас. Вы сдались, опустили руки. И поэтому маленький, одинокий космический зонд может умереть в огромном мрачном космосе. Да вы поэт. Так может быть, вы тогда из чувства вины начнете хоть что-то делать? По вам Нобелевская премия плачет. А вы умирать собрались. И отличный мотиватор. Да не работает он. Ну, пойдем по лестнице. Пойдем. Не работает. В том крыле другой лифт есть. Застрял. Точно эти двое там сидят. Что стоим? Иди ищи ремонтника. Ну что? Можно? Так значит, вы считаете, что все врачи ошиблись, и правы только вы? Анжела надеялась вас вылечить? Мы с ней познакомились, когда я уже не ходил. Вместо свадебного путешествия отправились в Москву на операцию. Биопсия показала, что шансов нет. Я не обещалась, что выживу. Но она продолжала искать вам врачей. Когда я нажимаю сюда, чувствуете что-то? Молодые люди, вы там? Да. Сейчас перекроется. Осторожней. Вадим, что случилось? Ты в порядке? Это все она, да? Ну, застряли мы точно из-за нее. Дорогая, скажи мне, что ты это не специально. Что стоим? Ник, ты с ума сошла? Пойдем. Да, вообще-то была попытка похищения человека. Ее арестовать надо. Серьезно? Вас похитили? А порча имущества вас не интересует? Вы за чей счет чинить лифт будете, если она там что-то серьезное сломала? Подождите-ка, девушка! Девушка! Стойте, я вам говорю. Илюш, там твою жену в участок увозят. Да за что? В какой? Полицейский. Садитесь. Подождите. Мне кажется, надо с этим что-то делать. Илюш, ну не мне же! Таким образом, если мы с вами наладим прочную связь между вашими спортивными секциями и нашим институтом физкультуры, у детей появится замечательная мотивация. Пожалуй, это все мои мысли по этому вопросу. Ну что ж, предложения ценные. Я предлагаю продолжить их обсуждение на банкете. Прошу меня извинить, я должен вас покинуть. Давайте продолжим завтра. И как раз время будет подумать. Да, говори. Может, вечером фильм посмотрим? Можно. Слушай, зачем ты на нее полицию натравила? Потому что она тебя похитила. И тебе понравилось. Стокгольмский синдром, что ли? Ну, может, чуть-чуть. Но она, конечно, сумасшедшая. Хорошо, что ты понимаешь. Ты таблетки днем выпил? Конечно. И кто у нас тут дров наломал? Аркадий Петрович. Задержанная осознала, больше так не будет. Аркадий Петрович, это была вынужденная мера. Я должна... Я и говорю, задержанная осознала. А я что? Мне сам мэр позвонил и велел выпустить. Народ, время, время. Вечеринка сюрприз, сама себя не начнет. Раз, два, три! Поздравляем! Поздравляем! Спасибо, спасибо. Маша, спасибо. Торт привезли? У меня телефон сел, курьер, наверное, не дозвонился. Ник, какой курьер? Ты что там натворила? Зачем? Да привезли твой торт. В холодильник пока поставила. Отлично. Давай есть. Я голодная, как слон. Все к столу? Так. Маша, подай, пожалуйста, тарелку. Друзья, давайте я скажу. Ника Николаевна, Никушка ты наш. Ты невероятный человек. Мало того, что себя из такой травмы вытащила, а с такой травмой мало кто справляется. Я сам спортсмен, я знаю. Так ты теперь еще и другим людям помогаешь на ноги встать. Я долго думал, что тебе подарить. Такой день, когда ты официально становишься здоровым человеком. И вот, что у меня. Что там? Нет. Тренажер для разработки суставов. Ну, технически это даже не тебе подарок, а вашему центру. Я подумал, если достойно оборудуют твой кабинет, то и пациенты твои начнут быстрее выздороветь. Так? Да. Ну, начнут тебе говорить спасибо, и ты будешь чувствовать себя нужной. И получится, что и я к этому как-то приложил руку. Спасибо. Спасибо. Мой подарок не такой масштабный, но зато он не для тренера-реабилитолога, а для моей любимой жены. Когда ты лежала в больницах, ты все время страдала, что не можешь выглядеть так, как ты хочешь. Это... подарочная карточка магазина люксовой одежды, чтобы ты всегда выглядела так, чтобы себе нравиться. Да. Поздравляю. Машенька, спасибо. Ты молодец. Ничего так, зашел мой подарок, да? Да. Мне кажется, ей понравилось. Конечно, понравилось. Еще бы. Только мне вот одного не понять. Зачем мой сын решил такую женщину потерять? Дурак ты, ей-богу. Я за рулем. Я тоже это сок. Ты мне это скажи, как на духу. Ты что, не любишь его, что ли? А? Да люблю, пап. Может, от этого я и мечусь. Я ей не соответствую. Она и в спорте звездой была. Сейчас. Лучший тренер-реабилитолог на всю округу. А я кто? Все бьюсь, как рыба об лед. Ну, хочешь, я тебя в спортшколу пристрою? Да было и в этих спортшколах. Сам же знаешь, как там происходит. Делают ставку на 2-3 детей, выбивают из них максимум, ломают об колено и выбрасывают. Он как Нику. А у тебя, значит, другая идея есть? Другая методика. Мне бы свой спортклуб. Я бы развернулся. Спортклуб. Можете, Аркадий Петрович, молодец, такой подарок сделать. Это же очень дорого. Я смотрела. Хорошо. Если Ника будет с тобой в этом мире, я дам тебе. О, ну это дорого, я считал, это 5 миллионов выходит. Если Ника будет с тобой, я знаю, каждая копейка в дело пойдет. Поэтому готов ложиться. Ну куда ты на ночь глядя поедешь? Может, завтра рано утром? Ты же знаешь, раз мама позвала, значит, правда, что-то случилось. Что-то настолько страшное, что даже не сказала, что именно. Она же думает, что у нас у всех прослушка. Ты же помнишь. Да, знаю. И прослушиваю ее как раз я, чтобы зашифровать ее мысли и отправить их в космос. Ну, прости, она у меня с фантазией. Не значит, что я буду игнорировать. Ладно, как доберешься, позвони. Хорошо. А ты таблетки выпил? Да, перед сном выпью. Не забудь, пожалуйста. Угу. А на следующей неделе едем к врачу. Угу. А он говорит, оформляли в другой больнице. Ника Николаевна. Маш, извини, я сейчас. О, а ты чего тут? Надоело поздравления слушать? Скажи, я видела у тебя в кармане кольцо и думала, что ты мне его сегодня подаришь. А теперь оно на пальце Эллы. Ты можешь это хоть как-то объяснить? Разумеется, могу. Я встретил приятеля. Он попросил меня помочь ему выбрать кольцо. Ну и дал его мне до выходных, пока он с Элкой не встретится. Подожди, ты знакома с ее бойфрендом? Ну да, я его знаю. А еще я знаю, что он женат. Поэтому он мне кольцо и отдал. Но он боялся, что жена его найдет и ему скандал устроит. Как-то не подумал, что это ты можешь его найти и мне скандал устроить. Прости, прости, я просто… Ты просто мне не доверяешь и по карманам лазишь. Нет, оно правда само выпало. А… Ну, кто он? Кто этот мужчина, который нашу Элку уже год за нос водит? Да ты его знаешь, это фехтовальщик. 1,5 года назад к нам в город приезжал. А он разве не в Краснохолмске живет? Она говорила, что… Слушай, казалось… давай, иди к гостям уже, а то подумают, что виновница торжества от них устала. Правда устала. Ну, давай сворачиваться. Слушай, мы сегодня празднуем, что ты здорова. Так что иди, излучай здоровье и оптимизм. Тарталетки такие вкусные. Странно, я раньше икру не любила. Элка, я тебя рассекретила. Колечко-то у тебя от Ильи получается. А ты откуда знаешь? Он мне сам сказал. И ты так спокойно об этом говоришь? Ну а что я могу сделать? Понимаешь… Мы же с ним давно друг друга знаем. С самого детства почти. И я всегда была в него влюблена. Я же специально сюда ради него приехала. То есть это мы о моем муже говорим? Ну да, разве нет? То есть это ты с ним встречаешься? Ну ты же сама сказала, что Илья тебе признался. То есть это мой Илья… Твой женатый любовник… который никак не уйдет от стервы жены. Что еще случилось? Не было никаких фехтовальщиков. Командировок по выходным их тоже не было. ты все это время с Эллой встречался? Да, я сплю с Эллой. Давно и регулярно. Ты смеешь мне так об этом говорить? Спокойно. Да, смею. Я выходил тебя, Ника. Я вытерпел все твои истерики, когда ты не могла ходить. Я кормил тебя, когда ты не могла держать ложку. Я был рядом все время, каждую минуту. Я думала, потому что ты любил меня. Любил? Я тебя умоляю. Ты была мелкой, зазвездившейся девчонкой. Что там было любить? Но ты ведь женился. Что, женился на тебе? Да. Скажи спасибо моему папочке. Это он сделал так, что репортеры не устроили скандал. Тренер загубил восходящую звезду за месяц до Олимпиады. Это сломало бы мою карьеру. И что, свадьба на восходящей звезде помогла? Нет, не помогла. Да, шумихи не было. Но карьера моя пошла под откос, как ты видишь. Ее сломала ты. Меня сломала ты. Разве я не имею права на любовницу? Должна же была быть у меня хоть какая-то отдушина. Илюш, иди. Если ты все сказал, иди, пожалуйста, к гостям. Потому что ты сейчас не в настроении развлекать пришедших к тебе гостей? Они пришли к тебе. Как это знакомо, Ника. Ты хоть раз за все эти годы думала обо мне? Ты даже реабилитацией занимаешься, чтобы послушать от пациентов, какая ты хорошая. Ненавижу тебя, ненавижу. Вот теперь я, пожалуй, сказал все. Что? Счет, на который я тебе кидаю деньги, я закрываю. Кредитки можешь выбросить. Ну и пожалуйста, нужны они мне. Я очень рад, что ты наконец-то научишься обходиться без моей помощи. Но ведешь ты себя как идиот. Потому что поругался с ней? Ну давай, иди, догони. Сам женись на своей Никушке. Сегодня ты меня окончательно разочаровал. Я вас слушаю. Ника, это Вадим. Оказалось, что… Нет, не так. Нам очень нужно встретиться. Вы когда можете? Да хоть сейчас. Серьезно? Отлично. Вадим, вы какой-то не такой. У вас ничего не случилось? Случилось. При встрече все расскажу. Давайте встретимся в кафе в этом… на углу Парковой. Оно круглосуточное. Хорошо, буду там через 20 минут. До встречи. Опа. Так. Владимир Сергеевич, моя помощь понадобится? Нет, дальше я сам. Но далеко не уезжай. Понял. Анжелика, наш Вадик что-то чудить взялся. Анжела, Вадим, он странный какой-то. Потребовал отвезти его в кафе. Сейчас? Скажи, что поздно, что машина барахлит. Да я его уже привез в кафе на Парковой. Вопрос в том, что ему тут понадобилось. Не знаю. Может, ностальгия заела по пирожному в кофейне. То есть ты проблемы не видишь? Тогда я поехал? Не проблема, но последи. Мало ли что. Понял. Сделайте 2 кофе сразу. Капучино. Хорошо. Добрый вечер. Что случилось? Вы оказались правы. Смотрите. Руки работают. Да, это лучше, чем было утром. Лучше? Гораздо лучше. И нога. Я начал ее чувствовать. Поздравляю, процесс запущен. Вы только таблетки эти больше не пейте. И заключение врачей нужно перепроверить обязательно. Да, но отменить лекарства, наверное, мало. Мышцы год не работали. Восстанавливаться придется долго. Обычно в 2 раза дольше, чем лежишь в постели. Или сидишь в инвалидном кресле. Скажите, а я за неделю смогу на ноги встать? Хочу Анжелу удивить. Встретить ее стоя. Сможете мне помочь? Поддержать вас? Буду работать как вол. Круглосуточно. Все буду делать, что вы скажете. Поможете мне за неделю на ноги встать? Ну, пока жена гостит у мамы. Ну, неужели вам не хочется поэкспериментировать? Вы же любите сложные задачи. Хорошо, давайте попробуем. Но вы же понимаете, что ходить вы еще не будете. В лучшем случае секунд 20 равновесие держать сможете. Ну, звучит неплохо. А поехали к вам в центр? Или он ночью не работает? Нет, Давайте без центра. А как? Я могу тренировать вас у вас дома или завтра зал в другом центре арендуем. Да нет, дома отлично. У вас что-то случилось? Я оказалась права. Мой пациент выздоравливает. Я теперь могу назвать вас своим пациентом? Однозначно. Ваш кофе. Кофе, точно. Не, извините, а можете сделать с собой? Срочные дела. Сидеть тут некогда. Анжела, новая информация. Я за рулем. Если врежусь, на твоей совести будет. Вадим с врачихой в кафе встречается. С Эллой? Нет, с другой, с которой в лифте сидел. Анжела! Анжел! Я тут. Не предпринимай ничего. Просто следи за ними. Понял, принял, буду держать в курсе. Вадим Сергеевич! Артур, мы едем домой. Домой? Ага. Ника, прошу вас. Не могла язык за зубами подержать. А я устала, что ты меня всегда затыкаешь. Все, хватит. Я у тебя в молчаливых любовницах сколько хожу? Лет 15. Юбилей. Поздравляю, теперь будешь в бывших любовницах. А ты давай, скачи к ней мириться. Скажи, как ты ее любишь. Ты же у нас врать умеешь. А вдруг я ее правда люблю? Кого? Нику? А давно ли? Она моя жена! Тебе напомнить, почему она твоя жена? Потому что из тебя тренер, как из меня летчик-истребитель. Потому что именно из-за тебя она рубанулась головой в бревно, а твой папенька вовремя подсуетился, чтобы замять скандал. Тебе надо было идти либо на нары, либо в ЗАГС. Ты забыл? Меня бы не посадили. Еще как посадили бы! К тому же вокруг велись журналисты, чтобы, не дай бог, тебе условное не дали. Ты же надежду отечественного спорта угробил. Готово. Артур, на сегодня ты все. В смысле, совсем? В смысле, можешь ехать домой. Так Анжела нет, дома помогать будет. Сертифицированный специалист. Да, и завтра можешь не приезжать. Я тебе сам позвоню, когда понадобишься. Понял. Хорошего вечера. Взаимно. До свидания. До свидания. По-моему, он обиделся. Ничего. А останется здесь, обязательно все Анжеле растреплет. Потом мы чем здесь будем заниматься. Но мне кажется, он бог весь что подумал. Если Анжела узнает, что я таблетки перестал пить, а что с вами занимаюсь, она тут же сюда примчится. А я так и не узнаю, могло это помочь или нет. Ну что, поехали? Ну, что теперь случилось? Он выставил меня. То есть? Сказал, давай, Артур, гуляй отсюда. Дальше мы тут сами. Интересно. Следи там за ними. Как следить? Я тебе говорю, меня выгнал. Я сижу в своей машине, дальше по улице припаркованной. А камеры тебе в доме на что? Подключись к ним и следи. Все пароли ты знаешь. Сделай-ка это запись. Чувствую, она нам пригодится. Понял, сделаю. Ты скоро вернешься? А ты не знаешь, сколько до нашей информации втопилить? Нельзя было кого-то поближе подкупить. Ты совсем дурак, что ли? Чтобы в нужный момент суд явился меня шантажировать? Нет, спасибо. Я лучше 6 часов на дорогу вместе потрачу, зато наверняка. Так, все, иди уже. Камеры сами себя не включат. Давай, пока. Рули там аккуратнее. Это гостиная, вот кухня, захотите есть, не стесняйтесь, вот холодильник, битком набит, пить можно прямо из-под крана, вода фильтрованная. Хорошо, спасибо. Поехали дальше. Здесь был спортивный зал. Я его разобрал, ну, когда ноги отнялись. От злости разобрал. Ничего. Тут вполне можно заниматься. Да? Отлично. Пойдем дальше. Это гостевая. Здесь вы будете спать. Хорошо? Да. Хорошо. А вас домашней не хватится? Все будет хорошо, я договорюсь. Ну, может, нужно позвонить мужу или бойфренду? Нет, нет. И записку в школу писать не надо. Ну, тогда я вас оставляю. Завтра она ждет напряженный день, да? Да. Спокойной ночи. И вам. Ника, ты где? Прости меня, я дурак, я сорвался, наговорил тебе. Я не просто дурак, я сволочь. Пожалуйста, возьми трубку, нам надо поговорить. Я громко, да? Поздний ужин? Не у меня. Этого мыша зовут Мыш. Вы его знаете? Я, да. А если Анжелика узнает, то устроит тут дезинфекцию. Он любит сыр. Посмотрите в холодильнике. Там на второй полке, наверное. Держи. А может, чаю? Да, можно. Угу. Ну, рассказывайте, почему не спится? Не хочется. И домой не хочется? И в центр вы возвращаться не собираетесь? Ник, что у вас происходит? Ничего. Простите, я не хотел. Мой муж изменяет мне с лучшей подругой. Давно начал. И все 15 лет у меня ближе них никого не было. А сегодня оказалось, что и их не было. Все, что мне казалось реальным, вся моя жизнь, ее просто не существует. Я одна. Как ваш зонд в космическом пространстве. Рука стала сильнее. Чувствуешь? Простите, чувствуете? Тоже считаю, что нужно переходить на «ты». А давай я тебе кое-что покажу. Что это? Это то, что сейчас видит наш зонд. Сколько звезд? Это эмиссионная туманность. Она светится сама по себе в ультрафиолете, который излучают звезды. Она большая? 250 световых лет в диаметре. А это черная дыра? Да. А правда говорят, что если провалиться в черную дыру, можно попасть в параллельную вселенную? Тоже люблю фантастику. Почему нет? Если никто не знает, что там, там вполне может быть параллельная вселенная. Мне, например, бы было очень интересно узнать, что где-то живет счастливая Ника, которую никто не предавал. А может быть, она даже не выходила замуж. А может быть, она совершила тот прыжок без ошибки. И не сломала позвоночник. Да, я тоже бы не отказался попасть в такую реальность. Где ты здоров? Ну, или хотя бы моложе. За пару лет до болезни. Думаешь, смог бы ее предотвратить? Я бы тогда не женился. Не ходил бы ни по клубам, ни по ресторанам, ни в театр, ни по гостям. Просто сидел бы дома и работал. Круглосуточно. Знаешь, у меня нет детей. После меня вообще ничего не останется. Кроме того, что я успею изобрести. Я бы все отдал, чтобы попасть в прошлое. Потому что когда болезнь наступит, я бы знал, что сделал все. Все возможное, что зонт не потеряет связь с землей. Что ошибок не будет. Для этого тебе не нужна параллельная вселенная. Ты все исправишь в этой. Прости, я не хотел. Ну, в смысле, хотел, но не должен был. Просто атмосфера. Звезды, небо. Ты хотел меня утешить? Да. Нет. Просто не должен был. Я пойду спать. Я тоже. Спасибо за вечер. Спокойной ночи. Звонят. Ничего, это не так важно. Держи колено ровнее, сейчас будем наклонять их влево-вправо. А. А руки-то приходят в норму? Я сегодня ночью ошибку в расчетах нашел. У меня голова работает. Просто отлично. Угу. Ты прости меня, ну, за вчерашнее. Понимаю, что не должен был. Мы пришли заниматься? Вот и давай заниматься. Или ты просто время тянешь? Давай. Давай. Здравствуйте. Привет, Маша. Хорошо выглядишь. Ника еще не приходила? Илья Аркадьевич. А можно вас на пару слов? Не знаешь, где Ника? Не знаю и знать не хочу. У нее спортивный характер, не пропадет. Я пропаду. А ты что, так сильно ее любишь? Ведь все же было по-другому, помнишь? Ты говорил, что как только поставишь ее на ноги, сразу же бросишь. Что любишь только меня. Что изменилось, Илюш? Я должен ее найти. Я беременна. У нас будет ребенок. У нас ребенка не будет. У тебя может быть. Но имей в виду, я к этому отношения не имею. Опять. Он стоит. Ничего. Таблетки я забрала, уже еду домой. Приеду, все разрулю. Все в порядке. Ну, как скажешь. Но мне кажется, что твой план летит к черту. Продолжай следить. Я скоро буду. Можно беговые кроссовки покупать, я считаю. Уже бегать собрался? А что? У меня отличный тренер. Еще неделька, и буду марафоны бегать. Вот честное слово, когда смогу, буду на работу пешком ходить. Далеко? Ну так, 20 километров в одну сторону. Я должна его выслушать, так будет честнее. Скажи, ты сможешь повторить все упражнения самостоятельно? Вставать не пытайся, только те, что мы делали сидя, лежа, хорошо? Угу. Ты вернешься? Я тебя не брошу. Алло, девушка, здрасте. Скажите, к вам женщина 32 лет не поступала по скорой? Сейчас, секунду. Господи. Спасибо тебе, что вернулась. Я уже чего только не передумал. И в морге звонил, и в больнице. Только, пожалуйста, не исчезай так больше. Хочешь ЭКО, сделаем ЭКО. Хочешь, сами реабилитационный центр откроем, свой, где угодно. Хочешь, можем к папе поехать. Там у него районный центр, возможностей больше. А хочешь, плюнем на все, к морю поедем. Хорошо детишек у моря растить, да? Только, пожалуйста, не бросай меня, ладно? Я без тебя не смогу. Приехала? Привет. Привет. Да, у мамы окно открылось, она подумала, что это воры. Я мастера вызвала, он защелку починил. Я смотрю, ты время даром не теряешь. Если бы ты еще у мамы задержалась, я бы тебя куда серьезнее удивил. Какие-то волшебные упражнения помогли? Упражнения и таблетки. Ты стал пить какие-то новые таблетки? Наоборот. Перестал пить старые и пошел на поправку. Я теперь даже ноги чувствую. Кажется ли ты горячий? Да, кажется. Послушай, это настоящее чудо, то, что сейчас с тобой происходит. Но отменять таблетки без согласования с врачом, ты же сам ученый. Это очень рискованно. Врач мог ошибиться. Ну, Вадик, ну сколько было врачей уже? Ой, ну давай сходим к второму, к третьему. И если врач скажет, что вся проблема в таблетках, мы их отменим. Анжелик, я чувствую, что дело в них. А что, если они отключали тебе ноги, но поддерживали твое сердце? Что, если ты дышишь благодаря им? Я 3 дня их уже не пью. Все еще дышу. Потому что это накопительный эффект. Ты не подумал, что с тобой будет, когда они полностью из организма выведутся? Я мечтаю, чтобы ты поправился. Но это так рискованно. Пожалуйста, ты пока продолжай пить таблетки. А там посмотрим. Прошу. Хорошо, конечно, ты права. Я пойду переоденусь. Чувствую себя как дальнобойщица после рейса. Мам, привет. А давай в ресторан сходим. 100 лет в ресторане не были. А потом в кино. Слушай, я… Ну, правда, нам есть что отметить. Да, я оступился, но ты меня простила. От этого, говорят, семьи только крепче становятся. Подожди, мне надо в центр съездить, документы забрать. Зачем? Ну, ты же понимаешь, что я с Эллой больше не могу работать. У нее сегодня выходной, я надеюсь, что я ее не встречу. Да-да, конечно, я все понимаю. А хочешь, я тебя туда сам отвезу? Или ты можешь это перенести на другой день? Не последний же раз у нее выходной. Надо сегодня. У моего пациента завтра суд по признанию недееспособным. Будешь помогать как эксперт? Да. Буду помогать как эксперт сорвать этот спектакль. Я туда и обратно. Слушай, а давай прямо там встретимся, в ресторане, в Красных Холмах. Я закажу твой любимый жульен, шампанское. Буду тебя ждать. А? Занять денег. Завтра отдам. Да говорю же, завтра деньги будут. Поверь, денежный канал опять налажен. Да. Давай, спасибо. Значит так, мы с Никой помирились, поэтому на пушечный выстрел больше ко мне не подходи, ясно? Элла, хватит истерик. Да, серьезно. Да, мы идем в ресторан отмечать наше примирение и то, что все мои ошибки в прошлом. Поэтому повторяю, с сегодняшнего дня увидела меня, перешла на другую сторону улицы. А лучше вообще уезжай из города. Так и тебе, и мне спокойнее будет. Ясно? От этой стервы надо избавиться. От кого и зачем? Нику надо изолировать на время суда. Эта догадливая сволочь много чего Вадику наплела. Не ровен час онкологию опровергнет. Еще и выводами с судьей поделится. Плакали тогда наши планы. Сделаем. Как скучно. Мог бы и угадать. Как ты меня нашла? Ты предсказуем. Это единственный приличный ресторан в городе. Ты меня сюда много раз водил. Все, иди, она сейчас появится. А я думала, ты меня любишь. А может, ты думала, что я к тебе уйду и на завод устроюсь, чтобы семью прокормить? Иди, Элла. Папа готов вывалить любую сумму, пока я с Никой. А ты, прости, столько не стоишь. Давай, иди. Хорошо. Мне очень трудно это говорить, но вот, если иначе никак, то прощай. Мне было хорошо с тобой. Спасибо. Эл, ты офонарела? Ты вообще слышала, что я говорил? Да, поняла, я поняла. Мы больше не встречаемся. Все, все, ухожу. А раньше ты так моих поцелуев не пугался. Ну что? Хорошо, спасибо. А может, во вторник? Конечно. Слушаю. Ника Николаевна? Здравствуйте, это Артур, водитель Вадима. Ему стало хуже, он вас просит срочно приехать. Да, да, я сейчас вызову такси. Не надо. Я за вами заеду, скажите, куда. Ресторан «Красные холмы». Я подожду вас у входа на улице. Через 5 минут буду. Николаевна? Здрасте еще раз. Что случилось? Ничего не знаю. Просто сказали срочно вас привезти. Все. Хорошо. Простите, моя жена опаздывает. Вы не могли бы подогреть жульен? Мне кажется, она уже приходила, когда вы здесь сидели с другой девушкой. Вы ее видели? Она ушла? Да. К ресторану подъехала машина, она села в нее и уехала. В такси? Нет, не думаю. Так вам подогревать жульен? Да, мой хороший. Это для Ники цирк был. Ты ее видела? Она приходила? Конечно. Ты тварь! Куда приехали? На выход. Что? Вы что? Куда? Подождите. Что это? Куда вы меня? Убьете меня? Да вот еще. Тогда зачем все это? Да чтоб не мешалось. Давай, пошли. Трепыхайся. Я... Не убью, а покалечить могу. Поняла? Да, не хотите, чтобы в суде узнали, что он может выздороветь? Иначе не завладеть его деньгами вам и Анжеле. Куда? угомонись. Телефон. Телефон давай. Да, Артур, поняла тебя отлично. Завтра после обеда можешь ее упускать. Хотя нет, давай лучше послезавтра. Тогда мы все сделать успеем. Когда она выйдет, решение суда будет у меня уже на руках. А Вадик в горизонтальном положении на пути к санаторию для безнадежных. Подожди. Нет, показалось. Да не подслушивает он. Я в гостиной, а он все в спальне. Ой, его тарантайка так жужжит, чтобы сам услышал. Все, не дрейф, Артурчик. Все идет по плану. Давай. Абонент временно недоступен. Ника! А, да, я помню. Да знаю я, что проиграли. Да, я отдам. Я все отдам завтра же. Да, все 5 миллионов. Ну не переводом же. Мила, тебе не пора спать? У нас завтра большой день. Да, сейчас пойду. А хочешь, я сегодня буду спать с тобой? Ты же сама не высыпаешься. А у тебя завтра суд. Тебе надо быть в форме. Тогда до завтра. До завтра. Не забудь выпить таблетки. Да, конечно. Снимай страховку. Не сниму, я не готова. А пора бы быть готовой. Отборочные через месяц. Я не смогу. А со страховкой ты вообще никогда не сможешь. Зачем напрягаться, если страховка вывезет? Снимай, говорю. Давай. Давай, пошла. Еще раз. Резче. женой. Что? Ты выйдешь за меня замуж? Да, конечно. Ровнее. 1, 2, 3, 4, 5. Сегодня уже 5 шагов. Ты моя умничка. Сюда. Давай, давай. Давай дальше. Как тут? Вас заперли, что ли? Мне нужно выбраться отсюда. А пошли с нами. Тут спуститься можно. Да ладно, не высоко. Пойдем. Ну все, путь свободен. Прошу. Спасибо. Пожалуйста. Ника, да помню, я помню. Сказал сегодня. Маш, привет. А, скажи, пожалуйста, Ника еще в центре не появлялась? Понял, спасибо. А как она появится, ты мне позвони, ладно? Ага, спасибо. У моего пациента завтра суд по признанию недееспособным. Хватит мне звонить! Нет, Элла, я еду в суд, потому что это единственный шанс поймать Нику и исправить то, что ты натворила. Да, Элла, в суд! Говорю это тебе, чтобы ты знала, куда тебе сегодня соваться нельзя. Клянусь, если увижу тебя, убью. Да, ты очень красивая. Спасибо. Так, ты уже разослал письма коллегам? Нужно устроить собрание, оповестить их, что всеми активами теперь я распоряжаюсь. Но я думал, что распоряжаться ими ты будешь после того, как я стану совсем плох. Ну, предупредить их надо. Не думаю. Пока я тут… Я как раз хотела с тобой поговорить об этом. Я уже заказала тебе путевку в пансионат. Со всей этой чехардой, нервотрепкой с таблетками. Тебе нужно отдохнуть. Под присмотром врачей, конечно. Хочешь сразу после суда от меня избавиться? Что? Думаешь, я не знаю, что ты меня травишь? 2 дня без таблеток, а я уже прихожу в себя. Но тебе же это невыгодно, да? Да, невыгодно. Мне нужен богатый умирающий гений, активами которого я распоряжаюсь, как захочу. У меня нет рака? Нет. Опухоль, к сожалению, оказалась доброкачественной. А как же МРТ? Магия фотомонтажа. Но у меня же были судороги. Соль и лития. Они такие. Дают нужный эффект. Ты же впечатлился? Ладно я, как же врачи? Я же сотню анализов сдал. Они не должны были мне противосудорожные препараты выписывать, если я здоров. С этим совсем сложно. Они давно перестали их тебе выписывать. Приходилось покупать подпольно. Представляешь, сколько я для тебя делаю, мой дорогой. Как же ты теперь выпутаешься? Ну, легкая импровизация никогда не помешает хорошо продуманному плану. Плохо выглядишь. Именно так, как мне нужно. Ника, нам надо поговорить. Не надо, не сейчас. Ты должна уступить мне Илью, он тебе не нужен. Я же знаю, что не нужен. Я тебе столько лет помогала, ты должна мне, слышишь? Эл, я опаздываю, уже почти опоздала. Да, ты опоздала. Я беременна от Ильи. Я, а не ты. У нас будет ребенок. Так, аккуратненько. Артур, грузи. Ну, что ты молчишь? Я проиграл. Артур, быстрее давай. Вернись ко мне. Ну, хочешь, я на колени встану. Ника, то, что ты там увидела, ты все не так поняла. Я не смогу без тебя, Ника. Ника. Это цирк какой-то, Илья. Она все подстроила. Элла специально в ресторан пришла, чтобы тебя разозлить. И у нее получилось, слышишь, получилось. Я не хотел с ней встречаться, ей-богу, не хотел. И вот так нехотя ты с ней 15 лет встречался. А теперь она от тебя беременна. Ника, Никушка, я… Не подходи ко мне больше. Вот и все. Ну, ты умница. Роль умирающего тебе отлично удается. А это тебе, чтобы из роли не выходил. Ты не волнуйся. В пансионате тебя колоть не будут. Отколы в синячки, таблетки желудок портят. Нам это ни к чему. В пансионате тебе будут капельницы ставить. Знаешь, сейчас такие капельницы чудесные. С ними даже гулять можно. А, ты же гулять не можешь. Но это ничего. Я тебя там буду навещать. Моего гениального, моего чудесного, но очень больного мужа. Скоро соберутся твои коллеги. Я оповестила их, что завтра ты уезжаешь на неопределенный срок. Они придут тебя поддержать. Милые, да? Ладно, пойду приведу себя в порядок. Не скучай. Вадим? Да-да. Алексей Львович. А, Никушка. Решили навестить старика? Алексей Львович, я по делу срочному. Так, очень интересно. Прошу. Вадим, пациент с неясным анамнезом, парализованный, помните? Это тот, который отказался обследоваться. А. Да. А я видел, как вы на него посмотрели. Я еще тогда понял, что это дело она так не оставит. Понравился он, да? А, нет, то есть дело не в этом. Он в беде. И без вас мне его не вытащить. Интригуете. Его нужно выкрасть из дома. О. Но желательно замаскироваться под бригаду скорой помощи. Но... Скорая же не приедет, пока ее не вызовут. Ее вызовут, я организую. Алексей Львович, если был бы хоть какой-то другой выход, я бы обязательно воспользовалась, правда. Но его просто нет. А дома ему грозит смертельная опасность. Хорошо, хорошо. Скоро и будет. Миша Васиковский. Думаете, поможет? Ага. Он однажды зачет мне пересдавал 8 раз. Уж мне-то он не откажет. А пока напишите вашему кавалеру, чтобы был готов. А, Миш, привет. Алексеевский беспокоит. Да, я тоже рад. Но я по делу. Слушай, Миш, не мог бы ты для нас угнать свою машину скорой помощи? Спасибо вам. Спасибо вам огромное, что пришли. Что не забывайте Вадима. Сейчас он не может сказать вам спасибо, поэтому вместо него это говорю вам я. Но есть шанс, что… Нет. К сожалению, болезнь необратима. Поэтому дальше вам придется справляться без Вадима. Но помните, кто помог вам начать делать то, чем сегодня вы занимаетесь? Вчера суд вынес решение об опеке. Теперь всеми делами Вадима буду распоряжаться я. Все финансовые и стратегические вопросы развития компании вы также можете обсуждать со мной. Так, а что происходит? Давай это, скоро что ли вызывать нам? Алло? Скорая? Тихо. Да, у нас эпилептический припадок. Тихо. Мужчина, да, 40 лет. Тихо. Пишите адрес. Северная Слобода, 14. Погнали. Поехали. Милый, все будет хорошо. Обещаю тебе. Прошу прощения, мест в машине нет. Я вообще-то жена. Телефончик запишите. И как только мы узнаем, в какую больницу мы его повезем, вам перезвоним. Беспредел какой-то. Уважаемые гости, спасибо, что приехали, но, боюсь, сейчас вам лучше покинуть наш дом. Если будут новости относительно Вадима, мы вам сообщим. Да-да, конечно, мы поедем. До свидания. До свидания. До свидания. Сколько он таблеток пил? Только при мне. Позавчера он 6 штук выпил. Кошмар. Тройная доза в течение года. Как он вообще выжил? Слушай, давай ты поговоришь об этом в своей диссертации. Мне сейчас помощь твоя нужна, я что-то никак вену не найду. Да. Держи. Бери. Опа. Ничего себе ты навострился своей скорой. Ну так. Ну что, парень, сейчас тебя прокапаем, кровь почистим. Будет полегче. Спасибо. Спасибо, это ты, барышня. Ну, хотя исполнение, конечно, тоже шикарное, но идея полностью ее. Пап, привет. Слушаю тебя. Пап, в общем, понимаешь, я… Илья, говори быстрее. У меня совещание начинается. Пап, мне нужны деньги. 5 миллионов. Иначе меня убьют. Ты врал насчет ЭКО. Врал насчет спортивного клуба. Что еще придумал? Пап, это правда. Я проигрался. Они охотятся за мной. 5 миллионов. Пап, мне срочно нужны эти деньги. Я тебе все отдам, я обещаю. Я на стройку пойду работать, я тебе все отдам, клянусь. Ника с тобой? Дай-ка мне ее. Пусть подтвердит. Но Ники нет. Я не знаю, где она. Аркадий Петрович, там пришли. Тогда ничем не могу помочь. Все, отбой, у меня совещание. Да, его забрали. Мне надо знать, в какую больницу. Нет, это вы мне скажите. Я перезвоню. Да, Артур. Анжела, вторая скорая приехала. Что? Ну, еще одна. Что еще за вторая скорая? Ну, наверное, ложный вызов. Какой еще ложный вызов? Кажется, я поняла. Это она. Это стерва из центра реабилитации. Мишку свистал, забыл вещи взять. Надо будет завести ему. Ну ты как? Потрясающе. Голова проясняется. Возьми меня за руку, пожалуйста. Я не знаю, она мне что-то вколола 2 раза. Поэтому я ничего не чувствую. Не исключено. Еще знать бы, что за препарат. Но это ничего. Капельница все исправит. Всю гадость из организма выведет. Да? Но не могли же 2 укола натворить что-то непоправимое, правда ведь? Руки – это ерунда. Главное – голова. Соображает отлично. С чем капельница? Буду себе по утрам вместо кофе делать. Нет, нет, вам сейчас нужно поспать. Да я говорю, у меня голова как после кофе. Но это может быть сама ситуация, у вас какая-то адреналинит. Ну и отлично. Ник, посмотри, у меня в кармане телефон. Достань, пожалуйста. Контакт гипоталамус. Кто? Это кличка коллеги. Набери, пожалуйста. Вадим, ты как? Ты живой? Не дождетесь. Я еще как живой, помирать не собираюсь. Ты перепугал. Пришлешь адрес пансионата? Мы с женой навестить приедем. А я никуда не еду. Концепция меняется. В смысле? Сейчас не об этом. До меня дошло. Мы использовали не ту формулу. Как не ту? Ты о чем? Пришлось заплатить вскоре за ложный вызов. Я не понимаю, что ты заводишься? Все активы уже у тебя, все права у тебя. Зачем тебе, Вадим? За тем, что он может встать и подать апелляцию. Или вообще полицию на нас натравить. На нас? А я тут при чем? При том, что ты хочешь свою долю получить. А если он придет в суд на своих двоих, тогда пахал весь этот год ты на меня бесплатно, ясно тебе? И что делать? Сделай так, чтобы не пришел, не ходил, не говорил. Ну уж нет. Мы договорились с тобой, никакой мокрухи. Следить за Вадимом, пожалуйста. Друзей, коллег держать от него подальше, сколько угодно. Но убивать я никого не буду. Ты не будешь. Найдем другого. Помнишь мужа этой Ники? Сегодня он сюда сцену устроил. Да. Он же по уши в него влюблен. Значит, во-первых, наверняка знает, где жена. А во-вторых, если хорошенько подогреть его ревность, вполне может и убить Вадика. Ну и как же будем подогревать? Ты про нее что-то знаешь. Я знаю, что ты делал записи с камер видеонаблюдения, где они занимались с Вадимом. И при хорошем монтаже вполне может сойти за постельную сцену. Ну что, стоим, Арбайтон. Я занимаюсь Ильей, ты ищешь Нику на работе. Здравствуйте, вы записаны на прием? Нет. А я как раз записаться. У вас тут врач есть? Ника. Ника… не помню фамилию. Ника Николаевна тут, к сожалению, больше не работает. Но могу порекомендовать Эллу Геннадьевну. Отличный специалист, владеет навыками тренера-реабилитолога. Кстати, лучшая подруга Ники Николаевны. Раз лучшая подруга, можно попробовать. У нее как раз сейчас никого нет. Вас записать на ближайшее время? Какой у нее кабинет? 4-й. Подождите, мы вас еще не записали. На вас еще карту оформить надо. 5 минут в коридоре, подождите, пожалуйста. Набирай свою подругу. Что? Нике звони. Быстро! Да. Алло, Ника, я… Если ты сейчас не скажешь мне, где находится Вадим, я вышибу ей мозги. Что? Быстрее соображай. Ну, я не знаю, где он. Я могу приехать, мы все уладим. Я тоже хочу знать, где он. Ну, давай, ждем. Только быстрее, пока у меня палец на курке не затек. Они ищут Вадима. Но это ничего. Я съезжу и скажу, что я ничего не знаю. Я отлично вру, когда надо. Все детство врала тренерам, что по ночам булки не ела. Это Анжела звонила? Нет, этот мужчина, водитель, кажется. Артур, я считаю, ей ехать туда нельзя. Я все улажу и вернусь. Я же не к тебе домой еду, а в центр. Там полно народу. И секретарша с поясом по карате. Смешно. Тебе не надо туда ехать. Ему же нельзя волноваться. Может, какие-то снотворные? Даже не заметишь моего отсутствия. Я, собственно, всегда за хорошие седативные. На спокойную голову любое лекарство действует лучше. Да я тоже не против снотворного. Но если ты никуда не поедешь. Ладно, ты прав. Я никуда не поеду. Хорошо. Илья, здравствуйте. Это мама спортсменки вас беспокоит. Мне посоветовали вас как отличного тренера. Да, на разряд сдать не можем никак. Я в этом не очень разбираюсь, что-то там на брусьях. Отлично, сегодня мы как раз можем. Только, знаете, давайте сначала в кафе встретимся, ну, как-то познакомимся, чтобы спокойнее было, а потом уже в зал. Отлично. Все, тогда через час будем. Ника! Ника! Это безрассудство! Не надо никуда ходить. Обещаю, ничего не случится. Вот если вы не поедете, уже точно ничего не случится. Я должна отвести подозрение. Скажу, что его в другой город отвезли. Или что-нибудь придумаю. И физраствор вам из центра захвачу. Ну? Я быстро, туда-обратно. Ну, здравствуйте. Я вас где-то видел. Не исключено. Город маленький. А дочка где? У меня нет детей. Но у меня есть муж. И он изменил мне. С вашей женой. Ну, допустим. Они изменили нам. Мерзкие, лживые. Мы верили им. Мы в них душу вкладывали, а они… Мне уже все равно. Ну и довела она вас. Красивый, успешный мужчина, спортсмен. Столько лет потратили на ее восстановление, своей карьерой пожертвовали. А сейчас? У вас нет сил, чтобы мстить? Пускай катится куда угодно, хоть к вашему мужу. Простите. Меня все равно скоро прикончат. Я на тотализаторе 5 миллионов проиграл. Если бы я ее вернул, мне бы папа 5 лямов отсыпал, но я ее не верну. Поэтому с кем она там спит, мне уже не интересно. А на что вы готовы ради этих денег? Хороший вопрос. А есть предложение? Убьете моего мужа, получите 6 миллионов. Сможете проиграться еще раз, если захотите. То есть вы так сильно ревнуете, что просите меня, первого встречного… Вам деньги нужны? Или поговорим и разбежимся? Я согласен. Какой у нас план? Ника Николаевна, Элла у себя. Вас мужчина какой-то искал. Я знаю. А Элла у себя, да, в 4-м. А, Ника Николаевна, пациенты приходят, спрашивают, куда вы работать перешли. Можно им ваш личный телефон давать? Машенька, потом, все потом. Хорошо. Ника, прости меня, пожалуйста. Я очень испугалась, у него был пистолет. Это ничего, все нормально, я же здесь. Так, а он где, он что сделал? Он пошарил в моем телефоне и убежал. Я осознавала, что он мог тебе навредить, но я все равно тебе позвонила. Это нормально, под дулом пистолета же. Так, подожди сейчас. Алло. Алло, Алексей Львович, предупредите, пожалуйста, охрану училища, чтобы посторонних не пускали. Может прийти мужчина, у него пистолет. Хорошо, Никушка, я предупрежу. И вообще, если что-то подозрительно почувствуете, сразу звоните в полицию. Хорошо, Никушка. Как там, Вадим спит? Вадим спит. Хорошо, я скоро буду. Ника, не надо! Тихо. Абонент временно недоступен. Отключился. Ник. Прости меня, пожалуйста, я ужасный человек. Эл, ты… Тебе нельзя волноваться, ты в положении. Да я разрушила твою жизнь. В итоге и свою. Я думала, если тебя не будет, то все. У меня все наладится, но так не бывает. Ты, если Илья обманывал тебя, то со мной он поступит не лучшим образом. Эл, я пойду. Подожди. Я тебя так долго ненавидела. А сейчас я сидела, думала, какие слова подобрать, чтобы попросить у тебя прощения. Знаешь что? Я их не нашла. Их просто нет. Я бы на твоем месте себя никогда не простила. Да я бы даже сюда не пришла. А ты пришла. Ради любовницы мужа пришла. Да. Я на месте. Героя нашего нашел. Что с ним дальше делать? Он тебя слышит? Он спит. Снотворное, наверное. Слушай, а может ему в капельницу подмешать какую-то отраву, и он умрет от естественных причин? По легенде же он у нас насквозь больной, ни у кого даже вопросов не возникнет. Ты с ума сошел? Его анализы вдоль и поперек изучены. Если при вскрытии что-то новое найдут, знаешь, сколько вопросов будет? Ты на них ответишь? Ну окей. Какие варианты? Вези его домой. Там его будет ждать очень ревнивый муж Ники. Состояние аффекта. Алексей Львович. Он уже был здесь с пистолетом. Алексей Львович, что он с вами сделал? Где болит? Ничего, ничего. Анатомия не знает. Надо было в другое место бить. А где Вадим? снять пистолет с предохранителя, выстроить Вадима, проверить пульс, уйти, выбросить пистолет, пойти и снять пистолет с предохранителя, выстрелить Вадима. А когда ты звонила, он уже был здесь. И сделал то, зачем пришел. Слушай, Никушка, мне кажется, уже пора бы объяснить мне. Ну, вот зачем этим всем людям сдался этот… Ой, этот болезный. Деньги. Большие, огромные деньги. Если он выздоровеет и дойдет до суда, то его жену Анжелу посадят за то, что она травила его столько лет, чтобы завладеть его деньгами, его бизнесом. Ну, понятно. Исчерпывающе. Только в таком случае я боюсь, что мы уже не найдем его. По логике, он уже должен плавать в речке с мешком на голове. Нет, нет, Анжела не такая. Она хитрее. Я думаю, что они повезут его домой и попробуют инсценировать что-то… что-то ужасное. Слушай, давай вызовем полицию. Обязательно. Только я должна сама все проверить. Я должна ее перехитрить. Она врет, как дышит. В суде соврала, полиция соврет. Болит? Болит. Совесть болит, что не смог тебя убедить, не ввязывал в это дело. Кто-то должен. Кто-то. Алексей Львович, вы полежите. Я скоро вернусь, обещаю. Алло, полиция? У меня есть сведения, что готовится покушение на убийство. Ну нет, мы же теряем время. Записывайте адрес. Северная Слобода, 14. Да. Это не твоя забота. Сделай ему укол и свободен. Слушай, да он и так в отключке. Врачиха им какую-то капельницу сделала. Я так смотрю, он может и без нашей помощи загнется. Вообще ни на что не реагирует. Ладно, давай без укола. Оставляй его и уходи. Так точно. Вот тут остановить, пожалуйста. Так мы же еще не доехали. Ничего страшного. Спасибо. Эл, пожалуйста, сделай кое-что для меня. Позвони сейчас Илье и отговори его делать то, что он собирается сделать. Нет, не могу сказать. Пожалуйста, просто скажи, что он не должен. Если ты его любишь, если хочешь, чтобы у твоего ребенка был папа, скажи, чтобы он остановился. Эл, прямо сейчас. Давай. Боюсь, у нее нет шансов. Давай не сейчас. Я ничем не занят. Это не твое дело. Не твое дело! Мне уйти. Ника, не волнуйся. Я очень хорошо стреляю. Он сейчас уйдет. Илья, соберись. Все идет по плану. У Вадима нет настоящего пистолета. Это зажигалка. Пристрелишь обоих, гонорар удвоится. 12? 12. 15. Договорились. Идиот, ну стреляй уже! Он не выстрелит. Надо как-то вмешаться. Не, я туда не пойду. Мы договаривались, все, кроме мокрухи. Возьми ты трубку. Илюш, не надо. Ты же не убийца. Я слабый? Я слабый? Ты хороший. Ты не станешь убивать человека в инвалидном кресле. Тогда, может быть, начнем с тебя? Что? Ты что, выхаживал меня столько лет, чтобы сейчас убить? Стой на месте! Я сказал, стой на месте! Спасибо. Открой ей. Зачем? Чем больше вокруг обманутых женщин, тем больше шансов, что они доведут его, он пристрелит Вадика. Случилось. Звони в скорую. Звоню. Как ты? Элла, как нога? Нормально. До родов пройдет. Ты знаешь, мне кажется, он любил тебя. Он любил только себя. Мы же обе это прекрасно понимаем. Слушай, я собираюсь домой уехать к родителям. Они мне с ребенком будут помогать и вообще. Возьмешь наш центр на себя? Как управляющая? Но ты же вернешься когда-нибудь? Я не вернусь. Все документы я уже на тебя переписала. Ник, ты это заслужила. Эл, ты не обязана. Я знаю. Вот оно, как Никушка получился. Не думаю я, что на старости лет совсем один останусь. Ты уж не забывай, Аркадий Петрович, приезжай. Ну, конечно. Вам только не надо раскисать. Вам еще внука воспитывать. Да, да. Элла! Нам надо поговорить. Да, конечно. Они же оба жили в вашем доме. Ну, Артур иногда дежурил, но в основном уходил спать к себе. Он квартиру снимал неподалеку. Ладно. Но жену-то вы хорошо знали? Что, вы даже не догадывались, что они с Артуром давно знакомы? Они были подельниками задолго до того, как вы поженились. Да, вы говорили. Ну, хорошо, вы свободны. Если будет какая-то информация, я ему обязательно сообщу. Пожалуйста, будьте внимательны к тем, ну хотя бы к тем, на ком вы женитесь. Ведь достаточно было просто в поисковике найти ее фотографию. Вам бы столько интересной информации выпало. Я ей верил. И вас это чуть не убило. Ну поверьте, я не против романтики, но вы же нас работой по уши заваливаете. Будьте, пожалуйста, осторожнее. Больше не понадобится. Я нашел человека, которому можно верить. До свидания. До свидания. Ну что, вы их найдете? Мы делаем все возможное. Спасибо. Значит, вы заподозрили, что диагноз неправильный, и, следовательно, эти таблетки… А таблетки эти продаются в блистерах, а Вадим пил их прямо из банки. То есть это говорит о том, что кто-то выносил их с завода, не дожидаясь, пока эти таблетки получают фабричную упаковку. Угу. Егор Ивлев? Ну, допустим. Вам надо пройти с нами. С какого перепугу? Вы подозреваетесь в торговле запрещенными препаратами. Бред какой-то. Ваша сестра Екатерина Ивлева работает на фармзаводе. Раз в неделю вы приходите сюда и забираете нужные вам препараты. Да не докажете. Мы нет, а камеры да. Куда? Знаешь их? Заказывают у тебя таблетки? Да. Сначала я правда думала, что эти таблетки ему помогают. И продолжали покупать их у дилера, а не в аптеке. Ну и что? Выписывал-то их врач настоящий. А потом другой настоящий их отменил. И потом еще. И вот еще. Да я ему не поверила. Вы же знаете, сколько непрофессионалов. Вы покупали эти таблетки без рецепта. Однако они вам были нужны. Потому что вы знали, что они убивают гражданина Лабутина Вадима Александровича. И вы продолжали покупать их подпольно. Да. Нашла парня в другом городе. Специально искала подальше. И Вадим ничего не заподозрил. Ну а что он? Эти таблетки пил уже давно. С тех пор, как Анжела устроила ему эпилептический припадок. Она же не сказала ему, что результат биопсии отрицательный, и у него нет никакого рака. Наоборот, продолжала рассказывать, что опухоль растет. Она таким экспертом стала в области онкологии, что даже я бы ей поверил. Но послушайте, Вадим разве не пытался сам пообщаться с врачами? Сначала пытался, но врачи-то были куплены. Потом перестал к ним ездить. Отчаялся. Я просто берегла Вадима. Вы же сами знаете врачей. Сегодня один говорит одно, завтра другой другое. Да-да-да. Кстати, я вот нашел информацию, что вы покупали их по 2 банки в месяц. Это ж какой дозы вы его кормили? Ну, я думала, вдруг ему лучше станет. Послушайте, я же не врач. Я люблю Вадима. Я правда думала, что так ему будет лучше. Она все это планировала еще задолго до свадьбы. Разрабатывала план, как его склеить, как за него выйти. То есть на том банкете, где они познакомились, она оказалась не случайно? Случайно? Вы бы знали, чем мне стоило добыть-то приглашение. Она рассчитывала, что Вадим скоро умрет. И все деньги достанутся ей. Понимаете, выздоровление Вадима не входило в ее планы. А когда результаты биопсии оказались отрицательными, Анжеле срочно пришлось придумать новый план. Осторожно. Да. Надеюсь, ты не откажешь герою. Ника Николаевна, ты выйдешь за меня замуж? Как честный человек зовешь замуж, позовет? Да. Ты путаешь причину со следствием. У нас будет ребенок, потому что я тебя люблю. значит, да? Да. Да.